Здравствуйте. Вы, наверное, меня узнали. Я веду программу «Все о машинах». Сегодняшний гость – Dodge Viper GTS-R. Наверное, вам надоело уже про нее слушать. Но, как я читал в одном журнале, она обогнала Lexus FA. Но по мощности и скорости она ничем ему не уступает. Потому что силы у них практически равны. Вот такие у него двери. Вот такие вот. Вот так много двух отборников. Сзади черты Dodge. Конечно, спойлер у меня отлетел. Здесь еще такой большой воздухоотборник, вы видите, наверное. И такие вот узенькие фары. При всей скорости, что они одинаковы с Lexus'ом, Lexus намного дороже, чем эта машина. Примерно на 4 миллиона рублей. Эта машина стоит 9 миллионов. Около 13. Так, мощность у них практически одинаковая. Мощность у него 560 лошадей. Скорость достигает 310 километров в час. 0 до 100 за 3,1 секунду. Очень смелая и сильная машина. Дитя Крайслера. Да. Так, выхлопные трубы у нее находятся вот здесь. Тут, конечно, не отчетливо видно, потому что трубы черные. И машинка тоже черная. Корпус у нее не очень красивый, поэтому к этой машине я отношусь очень плохо. Пишите в комментариях, понравилось или нет. До свидания.